Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем на Родина РП, Центральный округ, мне здесь Кирилл Путбулов. Не забывайте вводить моник при регистрации. Если вводить моник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня будет такое интересное и, скорее всего, разговорное видео насчет моей семьи на родине. Я решил все-таки как-то ее восстановить, и мне нужна как бы ваша помощь. О чем пойдет речь, вы в принципе позже узнаете, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Цель до лета набрать 20 тысяч подписчиков, поэтому кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк, мне будет очень приятно. Итак, пацаны, в чем вообще суть данного видео? Я просто хочу взять и восстановить свою семью, чтобы она была более-менее активная, потому что я уходил с родины когда-то и забросил семью. Хотя раньше все было хорошо, играло много людей, и реально было все очень круто. Мы там общались, играли вместе, катались. Но сейчас такого нету, потому что я семьей не занимаюсь. Поэтому мне нужна именно ваша помощь. Давайте я вот пропишу фан-меню даже. И здесь как бы можно назначать, получается, заместителей. Здесь можно поставить 4 заместителя. То есть, пацаны, у кого есть желание, кто играет на родине, пожалуйста, отпишите мне в ВК в ЛС. Я могу вас просто назначить, и ваша задача будет принимать людей. Просто принимать людей, и все. Просто берете там, стоите на вокзале, либо на рынке, и принимаете людей. Все. Это будет ваша задача. Есть как бы 4 места. Поэтому, кто желает, можете написать как бы мне в ВК. Уровень семьи у нас получается 35-й. Это очень даже неплохо. Членов семье получается 4 человека. А, Саша Вэй, это в принципе Саша, вы ее знаете. Влад Путбуль есть, который заходил 7 дней назад. Есть Андрей Лис и есть Вова. Так, давайте его уволим, в принципе. Сейчас Фому просто быстренько почистим. То есть, пацаны, мне очень нужны заместители, чтобы вы занимались семьей, пока как бы меня нету. Я тоже постараюсь заниматься семьей, возможно, буду делать стримы по родине там и так далее. Просто хочется обратно Фому поднять. Просто чем больше будет людей, тем лучше, потому что за то, что люди играют, даются очки, получается. Вот они. Эти очки у нас сейчас получается 5000 очков. То есть, каждый ПД, если человек в сети есть, то за него даются очки. И за эти очки можно покупать квартиру семейную. У нас когда-то была семейная квартира, но, к сожалению, она слетела из-за того, что у нас в семье был как бы очень плохой актив. Вот получается, семейная квартира стоит 15 тысяч репутации. То есть нам еще нужно бить 10 тысяч репутации, мы сможем купить снова квартиру. Я считаю, это будет реально круто. И вот такой здесь интерьер, очень пиздатый даже, я бы сказал. Также есть здесь разные улучшения, но чем выше получается... Ой, блядь, какой я тупой просто. Блядь, нахуй я только 3 часа поспал. Короче, пацаны, получается, есть разные улучшения. Вот семейная квартира, получается, которую я хочу купить. Она стоит 15 тысяч очков. Потом есть галочка. Ну, галочка это для того, чтобы никто не смог сделать подобную Фому с таким же названием. Есть еще русская баня, в принципе. Семейная яхта, это, конечно, уже очень жестко. Семейный офис, это тоже очень жестко. Нам хотя бы купить семейную квартиру уже будет, на самом деле, хорошо. То есть, пацаны, по сути, от вас, от людей просто ничего не требуется. Вы можете просто пойти либо на заместителя, либо просто вступить к нам в семью. И никаких вложений от вас не требуется, кроме вашего онлайна. Чтобы вы часто играли, и из-за того, что вы будете часто играть, нам будут капать, получается, очки. За которым мы сможем, в принципе, получается, купить семейную квартиру, потом семейные машины и так далее. Ну, короче, думаю, вы поняли. Кто реально желает, кто хочет помочь. Есть 4 места. 4 заместителя, это на самом деле очень даже неплохо. И я думаю, найдутся желающие тех, кто захочет мне реально помочь. Потому что сам я как бы не справлюсь. Я не могу играть там 24 на 7 просто на серваке. А так, если будет 4 заместителя, то... Я думаю, мы за недельку, возможно, даже справимся и сможем купить семейную квартиру. Ссылка на мой ВК будет в описании, пишите мне. Я вас просто возьму, с радостью приму, как бы, мне это несложно сделать.